Всем привет! Вы на канале Батиба Дитя, и сегодня мы расскажем вам интересная штука. Это и сегодня мы расскажем про разные древние стаканы, короче, древние вещички. И буду говорить, из чего они сделаны. Первая старая вещичка. Это такой подстаканник, чтобы и пить из него, и не обжечься. Вот у меня есть обычный стакан. Возьму, поставлю, и все. Берешь закусочку и вот так вот пьешь, чтобы не обжечься. Подстаканник мы убираем. Следующее что? Это кружечка из глины. Смотрите. Из глины такая вот красивая. И у нее еще тарелка есть. Убираем и ее. Следующий это маленький стаканчик такой. Пластиковый. Ну такой вот зелененький. Когда я был маленьким, мне этот стаканчик давали. А знаете, ребят, откуда я это все взял? Сейчас я вам все покажу. Я все взял из этого шкафчика древнего, он тоже такой старый. Ну ладно, ребят, продолжаем. Следующее это у нас такие стаканчики. Ну, два таких одинаковых стакана. Вот, пожалуйста, два одинаковых стаканчика таких. Они сделаны из металла. Ну, или из металла, или из глины. Короче, напишите в комментариях. И еще вам скажу, что я настоящий. Если я снимаю разные развалюшки, когда я не настоящий. А если я снимаю что-то вот такое, вот, например, это я по-настоящему. Короче, ну и вторая такая кружечка. Следующее это чайник от этих кружечек. Он старый такой, тоже древний. Внутри можно воду туда наливать. Для начала надо его почистить, и потом воду туда можно налить и пить на судьбу, но еще что. Короче, следующее. Опять маленький тоже стаканчик. А ну сравним два стаканчика. А ну, здесь же нарисовано, и здесь же нарисовано. Ну, они чуть-чуть отличаются по этим рисункам, вот. И, кстати, ребят, обязательно пишите комментарии. Я люблю, когда мне пишут комментарии, да. Убираем эти две кружечки. И у нас осталось две вещицы. Так, ребят, короче, это старенькая кружка. Такое чувство, как будто бы ей тысяча лет никто не пользовался. Она тоже старая, вон, вся такая грязная, еще что. Ну, короче, грязненькая такая тоже. Да, старинная такая. Ну, все старое, особо грязное, жировеет. Жировеет это. Да. Ну и последний у нас. Последняя старинная вещь. Это мне подарили. Это я когда-то убил нашей соседки. Вот. У тети Тани. Да. И как бы она мне подарила такой этот чайничек в виде слоника. Можно снимать крышечку и там тоже. Можно налить что-нибудь. О, все. Ну, вот такой вот слоник очень, кстати, прикольный. Сделан из металла, да. И, кстати, забыл вам сказать, эта кружка сделана тоже из металла или из глины, не помню. Ну, и этот слоник сделан, по-моему, из глины, если я не ошибаюсь, да. Хотя он такой в пыли весь, ну, я бы сказал бы так. Ну, и классные у нас сегодня были разные эти штучки. Классные у нас сегодня эти сюрпризы были. Очень классные. Да. Вот чашечка. Короче, здесь все классные эти вещицы. Да. Очень классные. Да. Прям очень. Мне очень понравились эти вещицы. А знаете, что мне больше всего понравилось? Вот эти вот чашечки. Вот эта вот чашка. Зеленый этот. Вот эта вот штука. Мне понравился еще вот эта вот штука. И мне понравилась вот эта вот кружечка. Вот это так себе понравилось, но вот это вот, ну, понравилось. Короче, ребят, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Я вас очень люблю. Всем пока. Буду снимать новое видео. Потихоньку, шотсы.
Подписывайтесь обязательно на канал. Я очень люблю, когда вы пишете комментарии и подписываетесь на канал. Я это больше всего люблю на свете. Вот. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Я все делаю для вас. Все, ребят, всем пока. Скоро сниму новое видео.